рада приветствовать всех зрителей телеканала ПС. С вами Елена Гончарова. И вновь в эфире программа «О здоровье. Ваш доктор». Говорят, хороший совет дороже золота. Хочется верить, что и наша программа станет для вас добрым советчиком и другом. Итак, мы начинаем. Сегодня в программе. Приятная новость от стоматологической клиники «Глория Дент». Протезирование стало дешевле. На карте Архангельска появилось новое медицинское учреждение «Ава Клиник». И наша новая аппетитная и полезная рубрика «Здоровая кухня». Из нее вы узнаете, как без вреда для фигуры полакомиться вкуснейшими сладостями. Попробуйте отгадать. Это единственная часть человеческого организма, которая не способна к самовосстановлению. Немного подскажу. Именно здесь обитают порядка 500 видов микроорганизмов, среди которых 20 принимают участие в выработке кислоты. Ответ очевиден – это зубы. Одним из самых распространенных зубных заболеваний, от которого страдают даже годовалые малыши, является кариес. Как же найти управу на него? Зубная паста и щетка вам в помощь. И, конечно, своевременное посещение стоматолога. И сейчас мы отправимся с вами в стоматологическую клинику «Глория Дент». Приятная новость для родителей. Теперь здесь лечат зубки даже самым маленьким пациентам. Ведь теперь в клинике «Глория Дент» начал работу детский стоматолог. И еще, обратите внимание, только до 13 мая в стоматологической клинике «Глория Дент» скидка 15% на протезирование. «Глория Дент» – это не просто стоматологическая клиника, это настоящая лаборатория здоровья и красоты. Новейшее техническое оборудование, современные материалы и обезболивающие препараты высочайшего качества, собственный рентген. И все же главное, чем гордится «Глория Дент» – это высокопрофессиональные сотрудники, ежегодно подтверждающие свою квалификацию. Приходя в «Глорию Дент», вы получаете абсолютно все виды стоматологических услуг в приятной, комфортной обстановке. Уже много лет я сюда хожу, мне очень нравится работа профессионалов этого коллектива. Я довольна результатом, и я всегда всем рекомендую «Глория Дент». Еще одно достоинство клиники – это собственная зуботехническая лаборатория. Теперь срок изготовления протезов составляет не больше 2 недель. Клиника «Глория Дент» находится в самом центре Архангельска, на проспекте Ломоносова, 135. Приходите и ослепляйте мир красотой своей улыбки вместе с «Глория Дент». Высокотехнологичная медицина становится ближе. На карте Архангельска появилось новое медицинское учреждение «Ава Клиник». Это многопрофильный центр 21 века. Опытные доктора и новейшее оборудование. В состав «Ава Клиник» входит центр неврологии и мануальной терапии, а также центр репродуктивной медицины и андрологии. С возможностями новой клиники познакомилась наша съемочная группа. Многопрофильное медицинское учреждение 21 века – это про «Ава Клиник», которая имеет все шансы стать находкой для тех, кто привык трепетно относиться к своему здоровью. Например, в стенах Центра неврологии и мануальной терапии прием ведут невролог, психотерапевт, мануальный терапевт, остеопат, иглорефлексотерапевт. Здесь же медицинский массаж и йога-терапия. Все это позволяет предоставить больному комплексную услугу в получении медицинской помощи в условиях как в амбулаторных, так и в дневном стационаре. То есть у нас развернут дневной стационар, где пациенты могут получить лечение. Гордость «Ава Клиник» – центр репродуктивной медицины и андрологии. Особенное место для пар, мечтающих о детях, но в силу разных причин, не имеющих возможности зачать их естественным путем. Здесь лечат мужское и женское бесплодие, применяя технологии ЭКО. Центр обладает возможностями проведения как классической процедуры экстракорпорального оплодотворения, так и процедурой ЭКСИ. Предполагается заморозка полученного материала как оцитов, так и эмбрионов. Планируется также работа по донорским программам. Кстати, лечение у акушера-гинеколога и репродуктолога можно пройти в том числе и по полису обязательного медицинского страхования. Здесь же ведет прием уролог-андролог. Когда мы думаем о планировании своего ребенка, мы уже, по сути дела, влияем или определяем все последующие наши поколения, будущие. Поэтому я всегда даю, так сказать, информацию для пациентов, как подготовиться им к рождению здорового ребенка. Также в «Ава Клиник» работает отделение эфферентной терапии, а в скором времени здесь откроется кабинет функциональной диагностики. Чего бы такого съесть, чтобы похудеть? И желательно повкуснее.
Согласитесь, мечта многих. Но оказывается, есть такие блюда, которые и полезные, и вкусные, и самое приятное, не наносят большого вреда фигуре. Сегодня мы будем готовить овсяные батончики. Они непременно понравятся и взрослым, и детям. В небольшом сотейнике растопите сливочное масло, мед и сахар. Отмерьте овсяные хлопья и приготовьте изюм или любые цукаты по вкусу. Смешайте сладкую горячую смесь с изюмом и цукатами. Всыпьте хлопья, хорошо перемешайте. Разложите по формочкам, плотно прижав. Поставьте в холодильник застыть. А теперь достаньте овсяные батончики и кушайте на здоровье. Приятного аппетита! На сегодня все. Это была программа «О здоровье. Ваш доктор». Ваш добрый советчик и путеводитель в мир официальной медицины. Смотрите нас на телеканале ПС, в кабельной сети АТК и в интернете на сайте правдасевера.ру в окне «Сетивизор». Я, Лена Гончарова, с вами прощаюсь с пожеланиями удачи и всего самого доброго. Помните, оптимистами быть выгодно. По статистике именно оптимисты – самые счастливые и здоровые люди. Улыбайтесь почаще. До встречи!